Схожее ДТП с участием грузовика произошло накануне. На первом проезде танкистов столкнулись легковой автомобиль и мусоровоз. В результате аварии пострадали 4 человека. Пожилая пассажирка легкового автомобиля, а также двое взрослых и ребенок – граждане Австрии. Пострадавшие были госпитализированы. По словам водителя большегруза, он не смог избежать столкновения. Увидел, что летит, и у меня помеха была с правой стороны. Я не смог туда уйти, пришлось уходить. Идти дальше прямо.